Всем добрый день! Мы сегодня готовим торт панчо. Я считаю, что этот торт должен быть у каждого в коллекции. Этот торт изобрели московские кондитеры. Они долго не разглашали рецепт, но потом этот рецепт стал общедоступен. И оказывается, это очень простой рецепт. Сейчас мы этот торт с вами и приготовим. Нам нужен бисквит обычный, классический, и нужен сметанный крем. Вот и все, что нужно для этого тортика. Итак, начинаем. Для этого мы, вот у меня 4 яйца, мы сейчас эти 4 яйца взобьем со 150 граммами сахара. Белки и желтки мы, как видите, они разделяем. Масса увеличилась втрое, сахар растворился. Добавим сюда 50 граммов молока. Еще немножечко взобьем. Теперь добавим сюда чайную ложку разрыхлителя и постепенно введем 150 граммов муки. Перемешивать нужно тщательно, всегда доставать со дна муку. Ну вот, пожалуй, и все. Теперь мы половину теста пересыпаем в форму под наклоном, потому что во вторую часть мы добавим какао. Какао. И высыпаем вот во вторую часть формочки. И отправляем в духовку 180 градусов 20 минут. Пока у нас печется корж, будем взбивать сметану со 100 граммами сахара и превращать ее в крем. У меня здесь 500 миллилитров сметаны. Теперь я сюда добавлю 100 миллилитров сгущенки. Теперь я где-то третью часть отделю и на холод отправлю. Корж я вытащила.
пусть еще немного остынет, и будем резать. Борщ наш остыл. Вот это его нижняя часть. Мы ее сейчас отделим и положим на тарелку. Отделили. А эту часть просто порежем. Теперь часть наших кубиков отправляем в сметану. Выкладываем сюда немножко сметаны. Теперь у меня есть мороженая вишня. Вот мы сюда бросаем на нижнюю часть. И бананы. Несколько. И снова бисквит. Так, делаем несколько слоев. Уплотнять нужно обязательно. Теперь будем покрывать верхний слой. Отправляем в холодильник на 2 часа. Потом покроем глазурью. Я расплавила черный шоколад, и сейчас мы будем украшать. Вот такая красота у нас получилось. Всем спасибо и до свидания. Заходите в гости.